Франциско де Миранда. Петр Михайлович Лазарев. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Иванович Казначеев. И другие наши исторические военные. О, Астахов Леонид Семенович. Двухпалубный циклон. Десантный корабль амфибийного типа «Зубр». Андрей Игоревич Корнелецкий. Автор экскурсии. Победитель конкурса. Ну, это нам не интересно. А вот. Соковнин Николай Михайлович. Мирюков Виктор Матвеевич. Корнилов Владимир Алексеевич. Ергомышев Лев Андреевич. Штофриген Кондратий Кондратьевич. Лазарев Михаил Петрович. Клокачев Алексей Федотович, Бубнов Михаил Владимирович, Анастасьев Христофор Афанасьевич, Ушаков Федор Федорович, Синявин Алексей Наумович, Корнели Антонис Яковлевич, Чулков Леонид Дмитриевич. Герои штурма турецкой крепости Каффа. Консулы Каффа. Глагорио Лев Феликсович. Феслер Адольф Иванович. Латрий Михаил Пилопидович. Потомственные граждане Феодосии. И вот куча народу. Почетные граждане Феодосии. Ганзен Алексей Васильевич. Арциулов Константин Константинович. Барсамов Николай Степанович. Богаевский Константин Федорович. Юнге Эдуард Андреевич, Каховский Михаил Васильевич, Иосиф II, Потемкин Таврический Григорий Александрович. Здесь еще есть музей М.А. Волошина, Феодосийский музей Марии и Анастасии Цветаевых и музей Старый Крым.